Всем привет, дорогие зрители! Сегодня тема нашего видеоролика – модные очки. Мода 2018 года. Заказал со странички сайт AliExpress именно вот такие очки. Там еще есть и трех цветов – черный, серебристый и золотые. Как мы на фотографии видим, что мы заказали именно с черной оправы. Давайте с вами распакуем и посмотрим, как продавец именно то ли отправил, что я заказывал, и посмотрим в целости ли сохранности именно в этой посылке внутри товар. Пока я открываю, вкратце могу что рассказать. Стоимость очков 70 всего лишь рублей с бесплатной доставкой. Очки с простыми стеклами для зрячих людей. Если у человека со зрением все в порядке, но он хочет носить очки, выглядит как-то стильно, он может просто купить очки с простыми стеклами. Запаковал продавец очень хорошо. За упаковку, конечно, можно ставить смело 5 звезд. За отправку за 3 недели тоже можно поставить смело 5 звезд. Сейчас посмотрим качество. О, запаковал хорошо. Вот такие большие круглые очки. Мода 2018 года переходит плавно в 2019 год. Я думаю, что это будет круто. Вот такие очки. Очень, конечно, тоненькие, целенькие. Вот так вот выглядят. Правда, конечно, действительно ли стильно или нет. Но вот у нас сейчас такая молодежь, что только они не напяливают на себя. Так, в принципе, так, тут немножечко почему-то можно подогнуть. Вот, уже все. Так что рейтинг у продавца очень высокий. Из 5 звезд 4,6. А заказов оформлено аж 18 тысяч. Представляете? Вот эти очки, какой пользуются популярностью. Так что можно смело заказать у этого продавца. Как говорится, никаких проблем, претензий не будет. Ну вот и все, дорогие зрители. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.